Обвиняли ли вас ложно? То, что вы не совершали, вам это приписывали. И как вы это переносите? С какой целью дьявол это делает? И вот мы слышим такое, Господь говорит, гнали меня, будут гнать и вас. А чем гнать? Словами. Вон отсюда. Все разводы заканчиваются-то не по-итальянски. Убил ее, да и все, нет. По жестокосердию, да. И они, жены, это знали. Лучше разводное, чем в могилу закопать. И поэтому, когда начинаешь свою жизнь проверять, я уж не беру там, когда ребятишки друг на друга обвиняют, жалуются, ну, в том состоянии, когда вот я нахожусь здесь. Я уж не беру армейскую службу, где работал. Обвинения на каждом шагу были, и притом ложные. И доказывать даже ничего и не надо. А как? Противостать Словом Божьим. Вот из моментов. Я не хочу работать в воскресенье. Почему я должен работать? Но это я и говорю, потому что Христос дал этот день для отдыха. Я еду в храм из Искитима до Новосибирска. А это представлено так, как я нарушаю распорядок, людей агитирую не работать на советскую власть. Тоже, ну понятно, что враг. Сегодня только пришлось о нем рассказывать. Ну, вот, невинно обвиняют, когда человека он не сделал. Это в архипелаге ГУЛАГ у Солженицына есть. Одна портная была очень известна, и к ней приходили жены главных лиц. Ну, одна пришла, она как там застежки разные делает, где надо иголкой, чтобы платье в уборке убрать. И она не видит, делает, а рядом газета лежит. Она в газету, а та увидела, там фотография была Микояна. И она воткнула ему иголку прямо в глаз, в газете. Она говорит, ты что сделал-то? Ой, она выдернула, не знаю. Но она сообщила где-то 10 лет. Она против власти была, нет. Враг народа. Но я стал дальше думать. В каждом обвинении надо увидеть, что за этим стоит. Враг народа. Священника брали враг народа. А учитывая то, что они не проповедовали, люди не знали пути в Царство Небесное. А только враг может сделать. И они по полной программе прошли под эту статью. Вырезано все было. Враг народа. Откуда это взял? Не человека, а всего народа. Я стал дальше смотреть и увидел. И все обвинения, которые на меня были когда-то, я их тщательно все разбирал, с чем это связано, и что я должен сделать, как перенести. Я хочу или не хочу, а переживания их никуда не денешь. Не то, что я безразличный. Нет. Господь молился кровавым потом. Господь. Апостол Павел как заботился, когда племянник пришел, сказал, что 40 киллеров там ни пить, ни есть не будут. Он тайно к начальнику никому не говори. И пошло дальше. Переживаний было много у всех. Это мы сегодня такие грамотные стали. Нигде не был, не страдает. У меня живого места нету, сколько долбят. Говорю, около 15 тысяч мне пришлось только в черный список отправить. Вчера выставили там какой-то из баптистов, выступает. Мне говорит, такая-то минута, это Виктор, кажется, Савченко выставил. Его спрашивают, кто такой Игнатий Лапкин. Он начал, это говорит, баптист из отделенных, это сектант. А это сектант. То есть, как Достоевский говорит, хочешь сильнее его извить, обвиняя его собственными грехами. Он нигде не знает, не считал ничего. Что ему отвечать? Ну, сейчас я один сижу, ну, про себя просмеялся, улыбнулся и все. Это не слишком. Слишком это там, где будет правда. И правду эту вовремя не раскрыл. Вот так. А когда обвиняют не так, про кого он говорит? Да это совсем не про меня. Вот такие обвинения Господь допускает. Власть-то от Бога, но одна от Бога, а другая попущена Богом. Вот как надо понимать. Так и это Бог попускает. Вот мне сейчас не одно сказать обвинение. Ну, новый епископ, митрополит Сергий-то, он практически снял все. Вот этим ответом в народную линию, читали его, когда он там, конечно. Он дал такое, даже сам себе бы не дал такое, какой ответ. Я ему сказал это, вот так. А почему? Господь видит, не пробивает так, ага, что огонь и воды, а теперь медные трубы как-то, фанфары. Теперь как ты будешь переносить?
Будешь ли ты теперь в полголоса говорить? Вот когда здесь нападает или что-то ложно. Вот сейчас у меня напали то, что я какую-то межнациональную рознь на еврейский народ. Понимаешь, как раз в этом вопросе мне трудно найти среди православных, которые бы делали так, как я делаю. Сколько я везде потушил этого гнева, везде вы жидовскому Богу молитесь, вы жидам, то другое это. Я ничем не могу оправдывать то, что уже сделано. Но я говорю, есть Слово Божие, которое дошло через иудеев. Великое преимущество быть иудеем во всех отношениях, но наипаще в том, что им верено Слово Божие. Так говорит апостол Павел. Я должен понять. И мне это Бог дал понять. То же, что я за Слово Божие так держусь, и везде его в эпиграфы беру. Стихотворение 9 куплетов по 4 строчки, 36 строчек, и напротив каждой строчки место Писания. Этого не бывало никогда нигде. Нету, в мировой поэзии нету ни одного стихотворения такого. А почему? Это любовь. Она у меня как крыльями, как обхватила все. Я считаю или говорю, у меня сразу Слово Божие здесь. Это так, это правильно, неправильно. Во свете Библии название-то. Много ли таких каких-то единиц испытания человека, трудов его во свете Библии? А у меня открытым оком каждый том на корочке место Писания указывается чисто, там 15 глава. Чтобы на корочке было указано место Библии. Да нет этого, я лично не встречал никогда. Где-то там внутри может блеснуть. Это говорит об исключительном пиетете к Библии, как говорит Андрей Кураев. Это такого даже нигде не встречал. Почему Бог это дал? Бог мне дал 27 сентября 62 года. Я не могу ее вместить в себя. Поэтому в каждой книге открытым оком я ссылаюсь где-то 3000 ссылок на Библию. 3000. А учитывая, что 41 книга, 43 книги, ну и считай, это где-то 130 тысяч раз. Ссылки только на Библию. Это вещь невероятная. И обвинение бывает в том, что а я не посчитаю там церковь, а я делаю все это ради Христа и церкви. Я не посчитаю святых, это священники допрашивают меня, а я первый издаю полную насчитанную симфонию составляю, не упуская ни одного слова. Ну, то есть настолько бешеное обвинение, вот здесь вот с мусульманами, я избираю какой ход сказать, как многократно опять на молитве проверяю, и вот разговариваю с каждым. И сегодня на меня вышел один мусульманин, он в стороне был там, с кем я разговаривал-то, но, видимо, вопросы задели его, он показал лицо. И первый за 7 месяцев, примерно за 2500, которые передо мной прошли мусульмане, первый прочитал на их языке, там, таком арабском, те суры, которые я сказал, и перевел правильно. Вот что. Дальше он очень осторожен был. Я говорю, Сулейман и Соломон один и тот же это персонаж. Он, давай смотреть в Википедии, не отвечает. Сейчас я посмотрю, там не может сказать. Дескать, никогда такого вопроса не встречал, я дальше. А меня обвиняют в экстремизме. Хотя слово экстремизм в том смысле, которое оно применяется, доводить до совершенства. Я экстремист. С Библией в руках в Конгрессе там выступаю, я и говорю, вот такое-то. Или собрание какое-то там было, не знаю, интеллигенции против экстремизма. Я с Библией вышел и поднял и сказал, я экстремист. А кто не экстремист, я говорю, тот блевотина. А почему? Да потому, ни холоден, ни горяч. Был бы холоден или горяч, я начал извергнуть тебя из уст моих. И за мной выходит доктор юридических наук, кажется, Сорокин Виталий, Алтайского государственного университета. Передо мной он выходит, а я за ним выхожу, мне уже легко говорить. Он говорит, верующие всех конфессий, какие бы ни были, настоящие верующие, это экстремисты. А если нет, значит ничего и нет. А тут поэтому-то я теперь легче проехал. В мой адрес вот сейчас это обвинение. Как его? Никак. А если бы они слушали, или кто-то был знакомый, познакомил, им бы сказал, увидели тогда. Я понимаю, народ гонимый, то другое. Но то, что они делают-то, иначе оно не может быть. 72 года работали за палочку, утром до день. Там вообще на него ничего нету. И раз в одну ночь разграбили. Борис Абрамович. Баб этот говорил, Березовский, где они решали там все это, в Америке-то, назначали.
из, допустим, первые 17 миллиардеров, из них 16 евреев. Ну, я еще должен думать, миллиардером стать? Миллиардером так не делается. Это значит, ты должен промышленность развивать, увеличивать, новые корпуса, ничего не надо. Я в окно утром выглянул, чертежник обыкновенный, смотрю, тут стоит, сколько он сказал, там 500 или сколько автомобилей. Все мои. Вот и все. Как его там тогда был Скуратов, генеральный прокурор. И он разговаривал с ним, Боря, говорит, а что ты не едешь в Израиль-то к своему народу? Он говорит, велика нужда утром проснуться и знать, что 9 миллионов думают, как тебя обмануть. Он характеристику дает целому народу. Сам еврей. Тем более он имел какое значение, даже до правительства дошел. Там, между странами начало, свергнуть Путина думал где-то. Это так и есть. Я привожу места Писания. Сейчас я скачивал сегодня, такие есть пророки, Илья, места, где он действовал, и Соломон, Иона, по порядку все какие, Даниил, Исаия, Иеремия, Иезекииль, и отдельные ролики есть. И там гиды проводят по тем местам, не фильмы где-то. И что на это можно сказать? Да так, мы получили все оттуда. И поэтому скрывать, что они делали, кого не гнали отцы ваши? Кого они убили из пророков? Говорит в 7 главе Деяния апостолов первомученик Стефан. Убили пророков, а теперь на Господа пророков поднимают руку, и его распяли. А что нам теперь делать? Ну, сначала признайте, что Иерусалим, она наполнил от края до края, как будто глубокая чаша Иерусалима со стен стекает. Это все было, было. Можно отрицать? Как отрицать? Но я теперь на Священное Писание опираясь, нахожу предсказание. По-другому не могло быть. И дальше что есть? Мы должны сказать. Главное оружие – любовь. Как? Чтобы они уверовали во Христа. А ему не нравится, он ждет своего. Я это должен сказать. И это и есть проявление любви, невзирая на то, какой они ущерб нанесут мне, что я не хвостом не кручу перед ними. Если бы был хвост. Вот так. На все обвинения я полагаю, говорится, руку на сердце, проверяю себя на молитве. Ничего в этом нет. Но вот выходит здесь священник. И мне сразу сообщили. А наши муж с женой там были рядом, на Южном. И он выходит и говорит, вы знаете, вот такой Лапкин Игнатий есть. Это запрещается. В храме, в проповеди называть живого человека есть. А кто это говорил? Бурдин отец Николай. Вот он такой, он там Божью Матерь не почитает, хулит, как сейчас там мощи хулит, там эти дудины разные, все, которые восстают. Ну, что на это сказать? И он жену бросил и с молодой харисткой уехал куда-то за границу. За все за доллары, которые ему шлют. Он закупил всю прессу, все телевидение, они фильмы снимают. То есть ни одного слова нету правильного. А я его хорошо знаю. Я его пригласил к себе домой, и он за столом у меня сидит. Я боюсь сказать ему. Надежда Васильевна искусница пирогами, угощает, а у него что-то сердце тревожится. И он начинает говорить, вот, конечно, скажите, я вот у вас там был другой, поп пузатый. Я говорю, да бросьте, это все было, не было. Есть у русских поговорка такая, наплевать, да и забыть. Мы перед Богом. Батюшка, так он маленько успокоился, видимо, думает, знаю я или не знаю, что он там какой танец исполнял на моем авторитете. А мне это разницы никакой нету. Все неправда. Ну и какое последствие? Да никакого оно и не могло иметь. Вот так. Что делали епархиальные? Развешиваю, наши ребята наклеивают объявление в лагерь набор. А они посылают семинаристов, прям посылают. С фломастером не могут содрать, зачеркивают и пишут ересь. Ну, лагерь, как может быть ересью-то? Ну, ж безумие полное. А этот митрополит, это все стер, как будто никогда не был. Он как отец родной заботлив. Почему? Господь, видя, как мы терпеливо перенесли, ответных действий никаких не было. А мне священник один сказал, ни одного епархиального собрания не было, чтобы вами он не начал и вами не кончил. Был Максим Дмитриев, епископ. Это в Ельце там теперь, на задворках. И вот как Бог все это делает. И сейчас что делать? Конечно, если бы со стороны кто-то сказал,
имея возможность. Так и так, ну, не просто так, а я же каких-то много выступлений имел. Спрашиваю про благословение, желаете нет иметь. Между всеми благословениями по сторонам стоят два столба. Первое, никогда не проклинай семя Авраамова, а благословляй. И последнее, платите десятину, не открою ли житницы неба, Господь говорит. А между ними будут благочестивые люди, дети, и получат благословение от Бога. Ну и все благословения между двумя этими столпами. Я всегда это говорю. А тут еще, особенно эти вот новые язычники, там равноверы называют себя, они терпеть не могут, что там это евреи, то другое, там выступал этот у них Петров, генерал Константин, да мало ли их там не было. Я везде всем говорю, вы погрешаете, и участь ваша печальна. Нужно делать то, что Господь сказал. Я по Слову Божию говорю. А может он быть другим? Может. Но то, что идет, это предсказано. Так он неправильно делает. Неправильно, но это Господь и предвидел. Предвидел. Цари земли принесут им дары. Вот они и несут. Я их ни в чем не обвиняю, потому что я всем доволен. Великое быть благочестивым и довольным. Приобретение великое быть благочестивым и довольным. И поэтому обвинения, которые на меня падают где-то, да бывает иногда кто-то начинает разбирать, я говорю, вам интересно это знать, одно слово ответить или два. Ну вы слышали, сказал, а меня в это время даже в городе не было. Когда первое там поставили фильм, кажется, «Златоуст из Потеряевки», да, и там второе крещение Руси, и один мне там позвонил, работник телевидения, а вы знаете, кого вы напоминаете? Я молчу. Гришку Распутина. Не Гришка, а Григорий Ефимович. А почему так? Он не знает, что дальше сказать. Преданностью Богу. Он не знает. Но раз отрицательный персонаж, ну тогда ты на него похож. Может быть и похож. Мне не открыто то, что ему открыто было. Я его называю единственным пророком при царе Николае, который говорил, начнешь войну, сгоришь, батюшка. Это отец. Папа, не надо этого делать, не делай мобилизации. Три мировые империи рухнули, не послушали. Никто не говорил об этом, все молчали, все благословляли. Тогда и этот Кисляков-то еще ничего не думал, Спиридон-то. А теперь уже опомнились, уже 30-е годы пошли. А этот лежал в больнице и бил телеграммы, папа, не начинай мобилизацию, не надо, сгорит весь дом, все погибнете. Ему открыто это было. И меня обвиняют в этом, что я к нему расположен. Да, расположен. Его начинают проверять такие где-то. Ну, царь же мог иметь. Он сказал, проверить. Проверили его. Вчера он тут с женщинами был, там, половым органом, там, и прочее-то. Его нет здесь. Откуда вдруг приходит, он где-то около Одессы в монастырь идет вместе с паломниками. Ну, как он мог быть там ночью, когда он в это время там, крестный ход, он же с ними был, то есть ложь. И теперь рисуют, как медведя, травят собаки, это все как бы к нему относится. Да, он претерпел. И как реагировал? Никак. У меня впереди прошли люди, начиная с Иисуса Христа, и апостолов обвиняли в самом негодном. Возьмите, Исаию перепилили деревянной пилой. За что? За обличение. Да, я пишу обличительные слова. Меня обвиняют. Разное там вылазят где-то. Но это они для этого, у них ничего нету. Их назначение проверять нас на прочность. И поэтому их перечислять даже не буду. Но обвиняют. Ну и что? Я ни у кого не своровал. Нигде ничего плагиатом не был. Я говорю, у нас приехал брат родной нашего епископа Евтихия, брат Михаил. Ну и говорит, стихи-то любите? Я говорю, очень. А вот я ехал дорогой, купил газету «Радонеж». И там стихотворение. Вы не слыхали такое? И считают стихотворение про Самуила, как ему мать одежду носила, и мы должны также на вырос быть. Вам неизвестно такое? Я говорю, слышал где-то, но не знаю где-то. Он тогда открывает, там написано внизу Лапкин Игнатий. То есть у меня антиплагиат. То есть мои стихи берут, выставляют, и мне сообщили, то-то-то-то было такое. Они же ваши стихи берут-то. Ну, их хорошо распространяют. Так он подписался под ними. Да только делов-то. Как? Ну, конечно, никто это не разрешает, это не позволено. Но я же деньги-то не получаю все равно.
И поэтому припомнит все обвинения, вот даже фуражку вот такую. А то я Надежде Васильевне сказал, шей так, ой-ой-ой, пиаритесь, да вы, да, дурной, вас дурдом надо, вы флаг на голову, там, ну, всякими словами. Матерят, ну что скажу, я знаю такое, что старого быка еще больше бьют, кожа, шкура толще. Вот и все. Оно никак ко мне не относится. И когда Давида злословил, там, семей сын Геры шел по краю горы, а Давид потом, когда возвращался, он окинулся и давай просить прощения. А до этого-то Авеста говорит, позволь, я ему сниму голову, как будто с рукомойника крышку. Он говорит, нет, Господь слышит все. И может быть, ради того, что поносят, может быть, что-то мне простит Господь. Не может быть, а простит. Поэтому, чем больше их клевещет, тем выше награда, тем слаще встреча с Господом. И все перечислять, да мне на каждую книгу, на каждое выступление, на ролики, и везде, везде, везде. 15 тысяч мне пришлось заблокировать. Я бы 15 тысяч образовал себя перед ними. Я выставил его, выкинул, нажал, и все. Так что этот вопрос мне хорошо известен. Когда судили меня, обвинения были абсолютно беспочвенные. А теперь-то реабилитация началась, а все сняли. Как будто ничего и не было. Я начинал архипелаг ГУЛАГ, этого не было. Распространение заведомо ложной клеветы. Заведомо я знаю, что этого не было, говорю. Это так звучала статья УК 190 прим УК РСФСР в 86 году. Ничего, все сошло. А теперь газету напечатали. У меня, знаете, он что Лапкин делал? То он Библию-то насчитал и продавал ее. И вот столько-то. Ну а сколько-то? Сколько там? Ну давай, 6 умножить на 11, 66. Они не говорят, что это 11 пленок, которые по 6 рублей, чистые, в магазине. В газете-то не написал это, но когда я вернулся, он попросил у меня прощения, Титов, Виктор Иосифович. И мы готовили с ним, он, жена его с дочкой съездили по Теряевку, и он Златоуст со второй строительной, в книге «Для слова Божия нету», там одна, которая была, когда в тюрьме был, в кавычках, Златоуст, а теперь почему я пишу без кавычек? Он же самый, а тогда был там майор Юрий Алексеевич, главный редактор. Я когда сказал, что вот статью на меня желает написать, а кому вы доверяете? Я говорю, Титову Виктору. Вы ему доверяете, когда он вас так оклеветал? Ну, это я забыл, я говорю, я вижу, он талантливый. И он написал, и вы там прочитаете, для слова Божия нет уз. Второе. Вот и все. А я на клевету-то мог бы как среагировать? Да, я среагировал, написал. Эта статья тоже там написана, что мы перед Богом. А жена встретилась недалеко от редакции и сказала, рано или поздно вам придется каяться, потому что говорите неправду. Вот так. Обвинения, главное, будут на суде. Вот о чем думать надо. И поэтому, когда молимся, мы повторяем, прости мои согрешения, вольные и невольные, в уме и в помышлении, в воде и в нощи. Я не знаю, в забвении каком, может быть, сделал, а может, сказал, прости, Господи. Но умышленно я ни разу, нигде, никогда не солгал. Ни разу, нигде никого не обвинил. Никогда. И обвинений таких не было в мой адрес. Вот я бы его там отлетал, сказал. Нет. Я сказал, да, сказал очень сурово, подтвердил Писанием. И поэтому, если он не верующий, конечно, он может повести себя не то, что неадекватно, как говорят, а злобно броситься. Ничего, стерпим. Андрей Кураев прямо говорит, если бы Игнатий Тихонович не трогал попов-то, к нему отношение было совершенно другое. Один говорит, несомненно, будут канонизировать. Я говорю, как пинком дам из могилы вылететь оттуда. Резать будут на мощь. Там какой-то Сергий нашелся. Вот. Труднее всего, конечно, когда похвала и медные трубы. Но я их не слышу и не вижу. И когда меня бьют, я уже в другом месте. То есть они не успевают. Когда им координаты мои поступают, а меня уже там нет. То есть я занимаюсь совершенно другой темой. Другой книгой. Он меня бьет по пятому тому, а я уже 15-й пишу. Они так по старинке, а то уже засохло и нету. Да, я касался лиц. Первых лиц государства. Ну, все в пристойном тоне. Патриарху Пимену писал, Таше Алексею Первому, по порядку всем. И всем правителям.
начиная там с Хрущева, Сталина я не писал. В это время мне в 7-м классе учился, это ничего и не было. Вот. И поэтому врагов-то, конечно, я сам наживал их. Но и по-другому нельзя. Вот, допустим, здесь вижу разворовывают. Там я подходил и говорил. Иногда даже обращался в газету. Однажды меня обманули, угля привезли меньше. Я сказал, а они там, что делать? А я как, я кубометрами заметил удельный вес. Я выписал 5 тонн, а привезли 4. Ну что делать? Я тогда написал статью и в «Алтайскую правду» отдал. И сколько стоит 1 тонна, мне столько денег дали за статью. И все ко мне возвратилось. Я этого и не ждал даже. А вот у меня увидели квитки-то, я тогда писал много, и везде все это в газетах оплачивалось. У меня прям мешочек целый был. В разные газеты и статьи везде печатали. И меня, а вот вы там брали. Брал за свое. Но ты же не знаешь, что я к деньгам пальцем не прикасался. Когда нужно, я беру с собой человека, там женщина, мужчина, у которой много детей или болеет. И там, где я получаю, и сразу из сберкнижки они рукой берут, я даже не прикасаюсь. Ты-то этого не знаешь. Я говорю открыто, потому что это же перед людьми делалось. А люди додумают, ага, молодой даю, значит, что-то и деньги, то другое-то. А она прям тут же стоит рядом со мной, прям у кассы и забирает. Я говорю, забирай. И все на этом, дальше пошел домой. То есть, ну что тут говорить? Но вот это обвинение, что закрыли там, где меня, мне это тяжело. Тяжело, потому что это работа на миллионы людей. Ну, 46 миллионов просмотров, 46 миллионов, даже если по 40 каждый смотрел, то это миллион было бы. И обвинение абсолютно ложное на 100%. Да, я выписываю, ссылаюсь, говорю, я ничего не скрываю, иначе кто меня будет слушать? Да и как по-другому-то? Я просчитал это, а дальше я даю комментарий. Много приходится в другой раз. Иногда пишут неверующие атеисты, они берут целые выдержки, пакеты из Священного Писания. Не потому что верующие, а как он будет опровергать то, когда то не будет. Опровергает что-то, что известно. А я тогда вырезал вот это все, клеил и заучивал, когда Библию не знал это еще. Но я понял, что это что-то особенное. Не знал, что цифры означают. Так и здесь. Ты видел это, просчитал, там какой номер-то? Ну, вот это. Так я все везде заблокировал самое, потому что, ну, нехорошая реакция там идет. А кто-то был бы, я думаю, нормальный это человек, и сказал, да указал на другое, лучшего апологета защиты евреев трудно найти, потому что у меня эта связь. Мне банкиры евреи помогали, зная книги мои, с чего бы ради. Приехал Потеряевку Яков Нахманович Шойхет. Шойхет – это резник, в жертву приносит. Он доктор медицинских наук, когда-то делал мне операцию, особое расположение. И он говорит, ехали, он говорит, я помню, как я вам операцию сделал, а у вас там летчик один лежал, как вы его разбили. А студенты когда были, как вы им доказали. И когда я, говорит, руки уже вымыл, как они, перчатки-то, а я говорю, мне надо помолиться, стал перед столом. А стоит рядом со мной Матрена, помощница, и говорит, Яков Наумович, а не Наумович звали, не Нахманович. Ну, сколько можно? Я помолился о нем, встал. Ну, все, ну, ложитесь. Вот и все. И когда о нем написали, и там, здесь, и он, его действия какие, то я высказался, что будет гонение, оно будет. Если я буду живой, и где-то я смогу только через мой труп прикоснуться к нему. То есть заступиться за еврея, для меня пожертвовать жизнью, я считаю, это подвиг. Тем более он расположенный. Ну, не рядовой он, профессор там, не знаю, какие звания его. Алтайск, он заместитель главы администрации края, Шойхет. И все знают, и мой адрес обвинения, они не то, что ложные, а надуманные. И один час, как открыли ролик, замок снял Володя, и в это время они уже все меня заблокировали. Это вообще, то есть следят многие, выискивают. Уже в этом году на меня они, я даже не знаю сколько, но около 10 раз наплыв был. И там отвечает, вам вот это сделал замечание, но предупреждение вам не выносится. Не выносится. То есть, будто бы я чей-то материал взял, там воспользовался. Ну, глупости. Вот такое дело относительно обиды.
Обида не христианское качество. И у меня, на кого бы я обижался, сидел, дулся, никого нету. Самые лютые там нападали, которые столько мерзости. Я только молюсь. И Господь в первую очередь смиряет меня. Он для того и пришел, чтобы шире дверь в рай мне открыть. Там узкий путь-то. А это уже для меня пройденный этап. Вот так. Ну, это же одно из самых сильнейших искушений, которые человек подвергается, это клевета словом. Это не просто так. Это клевета идет от клеветника, от сатаны. Это не просто. Это я говорю о себе. Люди, что не делают только, когда это клевета, там ужас что. Мне приходилось судиться за клеветников, когда они били по деловой репутации и прочее. Все суды выиграны. Но они нарисовали черта с рогами, с плети, написали община Игнатия Лапкина. Ну, в одной статье 47 искажений. Ну, все, процесс выигран. И когда краевой суд прошел, я снова подал, что они мало. Снова разобрали, еще больше их обвинили. Кто-то убежал, кого-то нет. Я отвечаю иногда. А как отвечаю? На один удар я десятками ударов могу ответить. Почему? По каждой обвинительной какой-то точке я показываю, как это не так, и поворачиваю обратно туда. С чем это вызвано? Мне приходится анализировать. У меня опыт очень большой в судебных делах. Зам главы краевого суда проходит, а я как-то пришел там, а он мне говорит: вы, наверное, уже в юриспруденции, лучше нас разбираетесь. Ну, 11 лет шел суд. 11. По одному делу, а дел-то моих сколько было? И все до одного выиграны. То есть, я не просто я молчу, ухожу. А почему? Они коснулись лагеря. Коснулись деревни. Не просто на меня вот здесь вот коснулись. К этому я никак не могу. А здесь... Чего? Никого нигде нету, ни фамилии, ни имени. Я бы так и доказал им. После сейчас встретились, кто там меня толкнул на неделю-то, что нельзя даже разговаривать нечего. Я думаю, это всем было бы понятно, что произошла большая, глобальная буквально ошибка, а оно висит. Если бы они сейчас сняли это, чтобы мне было 2-3, а вообще нету, тогда бы разговор другой был. А так для меня это тревога. Тревога за великое сокровище. Ну, Златоуст говорил, что это самое сильное искушение, это когда подвергаешься клевете. Самое сильное, одно из самых сильных. Сильнее, чем физическое гонение. Да, правильно, но я под этим прессом нахожусь уже больше полвека и опыт набрался. И терпение Бог дает, и всего. Я только за дело беспокоюсь. Относительно меня, это, мне даже нисколько нет. Вот говорят они, выходят священник, там где-то сказал кто-то. Ну, я только улыбнулся сам про себя, думаю, надо же. И, во-первых, не знает, а он не знает, что велика ваша награда на небесах, когда будут поносить вас, как неугодного человеческому. Ну, блаженство, Нагорная проповедь, это мои награды там. Враги нам лучшие друзья. Здесь в Фейсбуке написал человек один вам, Максим Артамонов, он написал: Игнатий Тихонович, не подскажете в Томске, где есть ваши книги, а именно трехтомное толкование Нового Завета? Может, есть у отца Михаила Фаста, я с ним знаком. Но я тут отписал от вашего имени, говорю: добрый день, мои книги есть в Томской центральной библиотеке, же они есть? Да, есть, есть. Вот есть. Я ему написал. Центральная-то. И у Михаила есть. И у все, сестры... он написал, благодарю. Мне помог отец Михаил Фаст, уже читаю книги, уже читаю. И пишет, как это произошло. Забавная, говорит, ситуация произошла при передаче книг. То есть отец Михаил Фаст не мог в нужное время встретиться со мной. Договорились, чтобы он оставит дежурному священнику книги. А я зайду и заберу в семинарии. Прихожу в семинарию, чтобы забрать книги. И кто бы вы подумали, там дежурит. А дежурный там отец Сергей Дудин. В этот день был именно Сергей Дудин. Говорит, наверное, он не ожидал такого подвоха, когда увидел, что передает. То есть он лично, его руками были переданы книги. Пожурил не за совсем удачный выбор книг и пожелал осторожнее читать. Так что пока читаю. С большим уважением к вам. А он по ним вел занятия. Все это видно было по моим книгам. А я ему подарил даром. За пересылку все взял на себя. Они ничего не имеют сказать. Он все у него-то не может ничего.
В ответ он только клевету. Представь, я ему такое добро сделал, а он на меня клевещет. Осторожно, то другое. А люди ничего не знают. Он сидит, потолок смотрит. Я видел, как он занятия ведет. Мертвечина. Мертвая. Ну, просто смешно, что именно в этот момент и именно из его рук. Да, да. А Господь так и делает, чтобы ты сам пощупал барана, которого в жертву нести. Да. Игнат Тихонович, вот вышло интервью, очень беседа, она очень такая известная стала. Вышла только вчера или позавчера, уже там около 100 тысяч просмотров. Андрей Ткачев, к нему приехал Джастис Уолкер, протестант, известный да. фермер, там что-то у него с фермерской деятельностью. Он приезжал к вам, вы с ним беседовали, вы ему подарили трехтомник свой. Если он православие, для слова Божия нету, с 5 книг подарил. Меня за это да. даже ругали. Говорит, кому даете, когда он считать не будет даже. Я говорю, я молюсь Богу. И вот эта беседа, она уже около 100 тысяч набрала за несколько дней. И вот вы расскажите, можете ли как-то прокомментировать эту беседу? Потому что мы читаем там много комментариев. Я читаю в комментариях там, ну, многих в восторге об этой беседе. Многие говорят, что как бы отец Андрей Ткачев не отстоял православие. Другие, третьи что-то другое говорят. Вы смотрели, можете прокомментировать? Я просмотрел все, как говорят, от корки до корки. Посмотрел его и задал вопросы. А вот которую таблицу там выставила -то сестра Марина-то, Кондратюк-то. А посмотрите, какие вопросы я задал всем по этой встрече. Первое, какой вопрос? Сейчас посмотрю. Давайте. Так. Я послал тут многим. Надо, чтобы человека 2-3, не один был, чтобы сравнить потом, посмотреть, какое расхождение будет. Я так. решил обратиться к математике. Задал 7 вопросов всем по этой беседе. Впервые в своей жизни я такой делаю разбор. Ничего не отвечаю, оставлю вопросы, чтобы каждый ответил. А раз вопросы поставлены, вы в них вникнете, и тогда поймете, кто и что и за что. Первый вопрос. Сколько раз каждый сослался на место Святой Библии с указанием места Писания или без него? Вот так. Это подметить. Сослался, а не сказал, где глава стих. Вот просто математически вы будете слушать и помещаете. Какие там ответы уже дали? Так, Андрей Ткачев сослался на места Библии 13 раз без указания самого места, то есть без да. названия стиха. А он считает, когда он их неправильно даже считает. Да. И 2 раза на псалом сослался. На псалом, да. А сколько раз собеседник? Джастис Уолкер сослался 4 раза, тоже без мест, без да. указания места. И 1 раз на псалом. И не знает. Дальше, второй вопрос, какой я задал. Вот уже понятно, в каком направлении идет беседа. Я не комментирую, я просто задал вопросы. Ну, иначе бы я как задал, если бы я не смотрел. Тем более я его знаю лично. Дальше, второй вопрос. Сколько раз каждый из собеседников хохотал или подхихитывал? Андрей Ткачев, 16 раз. Ну, хохота такого у Андрея Ткачева я не слышал, но хихика не было. Было. Джастис Уолкер 79 раз насчитано хохотал. Это как? Что это за беседа такая? Какой неестественный смех у него. Он был у меня здесь. Я имею право говорить об этом, потому что это я ему сказал. Это явное беснование. Демон смеха. И он когда там у них и по его верованию делает это, они получают. Так называется святой смех. И он не может здесь. Вот мы пойдем, темнота в ограде-то. Он идет впереди, я за ним, а Володя сзади. И он один идет, один подходит через на мою ограду и вот так вот он. Послушайте, как он смеется. Это не он. Это в нем нечистая сила. Почему он ему не сказал, отец Андрей? И он его начал на свою сторону и тоже начал подхахатывать ему. Что он? Ради как авторитета или еще, я не знаю. Почему он не сказал? Почему я ему сказал, а он нет? Я ему сказал, это страшное состояние у тебя. На тебя надо отщиткой заниматься, молиться, пост молитва, а он хихитит.
Златоуст говорит, ты разеваешь рот, хохочешь, не думай, что сатана вскочит в тебя. Горе смеющимся ныне. Почему он не сказал ему? Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Горе смеющимся ныне, ибо вас плачете, ибо зрыдаете. А у нас же ничего и нету. И сидит, хохочет. 70 раз за одной беседой-то как? Круто. Хорошо, узнали, увидели, но выводов не сделали. Люди-то пишут, которые комментарии. Они же не знают ни одного изречения, которое я говорю о смехе. Смех – это терновник, трещит под котлом. Хороший ролик поставил Сергей Козлов. Он показывает, когда люди смеялись, и что из этого выходит. Насмешка стоит иногда вражды, а дальше за ножи. Хорошо, еще вопрос, какой я задал всем. Ну, я обратил внимание, что и хохотал-то он в тех местах, где хохотать вообще нельзя бывало. Он не знает никак, даже говорит, вообще нет ничего. Он не может, он его разделяет рот и ха-ха-ха-ха-ха, вот так вот. Это не смех. Это не человеческий смех. И они не понимают. Я ему говорил, сейчас говорю я тебе, ты знаешь как, что если человек, я не успел сказать, если человек, он га-га-га-га-га-га. Это совсем надо быть слепым, мертвым, чтобы не понять. Как священник мог не видеть и не сказать ему? Это буйная одержимость. У него непрерывно, где бы он ни был, где бы ни выступал, все время га-га-га. Ну, как это, вообрази, что Христос это делал, апостолы гоготали, пророки. Они говорили, и пики в бок, говорит, получали. А это нет. Священник-то такой известный, ну мог бы ему сказать-то. А нет, не сказал. Причина-то теперь в чем? Ну, даже вот. Не стошка не сказал. Вот следующий вопрос-то. Сколько раз кто поддакивал друг другу? Да-да-да, говорил. Ну, да. Соглашался, то есть. Да. Андрей Ткачев, 24 раза. Вот так. Джастис Волкер, 73 раза. Угу. Ну, он считал по бумажке. Вот так. И пойми, вот, а кто от кого чего набрался больше-то? Потому... Отец Андрей-то больше склонился на его сторону, чем он на его сторону. Вот этим смехом даже. И тоже так же на диване, вальяжно. Ну, я эту тактику знаю. Вот у меня один знакомый, близкий знакомый, работает в большом магазине по технике, по разной там все это продаются. Ну и бороды нету, и поэтому у него здесь хорошо, видать, не застегнутый. Я говорю, а почему ты не застегнутый? Ну, у нас такое правило, при том правило такое. Директор говорит, а зачем это? Ну, чтобы доверие было. Так наоборот, ты расхристанный, тебе какое доверие? Ты можешь любую гнилушку подсунуть-то. Доверие вот, когда он застегнутый весь. Заметь, как все маршалы. Ты видел Жукова, чтобы расстегнут был? Рокоссовского. Как военные одеты. Ты нигде не увидишь ни одного правителя. А сегодня все они расхристанные. А почему? А закон такой. Или в галстук, или пуговку расстегни. А если костюм, только одна пуговка верхняя должна быть застегнута. Я прочитал устав масонский. Это масонство. И оно через это проявляется. Да, конечно, не, ну ты уже несешь это. Ты несешь. Хотя ты еще и не там. Вот так. Сколько раз кто махал руками? Андрей Ткачев 73 раза. Джастис Волкер 95 раз. Они не знают жестикуляцию, как правильно пользоваться. Да, она нужна. Я видел восхождение звезды дьявола Гитлера, как он отдельно тренировался, как уроки брал или что. Когда вскинуть руку, как он отрывал. Почему он такое влияние имел на народ-то? Он каждый жест отрабатывал-то. А это просто так. Вот говорит человек, ну знаете, мы были там, а что ты можешь? Были, а теперь не были, одинаковые у тебя движения. Были, это понятно. Особенно в этом экспрессивные итальянцы. И особенно вдумчиво к этому относятся англичане. Где итальянец 72 раза махнул рукой, там и англичане только 3 раза. Вот такой, примерно, такой расклад. Я хотел сказать, посмотрите. Вот так, в сторону. Посмотрите. Вот вопросы. Я не даю характеристику, ничего, но тут уже нельзя никак не сказать. Вот столько раз гоготать. И при том он не просто так улыбнулся или что-то. Га-га-га-га-га. Сколько раз и кто говорил вопреки Святой Библии? Вопреки. Но... Это знать. Всю речь под контроль поставить. Нужно очень хорошо слушать и очень хорошо знать Библию и мгновенно высветить это. А на это они не пойдут. Это точный
мало кто сделает это. Тут должен человек, знающий Писание. Ну да. Но я, допустим, я не записывал, но я полбеседы, половину прослушал, и половину я что-то не смог дальше слушать. Меня это отсутствие страха Божьего, я не могу это так долго смотреть, такие вещи. И я видел там точно несколько раз, ну раза 3-4, не по Писанию. А когда зашло речь за церковь, то там вообще все не по Писанию пошло. Вот и все. Кому она на пользу, эта беседа? 100 тысяч. Мир любит свое. Они говорят по-мирски, мир слушает их. Я выставлю рядом здесь насчитанный Златоуст, 6 человек будет, больше не будет. От силы 30 зайдет. Неужели речь Златоуста в храме меньше значит, чем вот это у них разгон такой? Эта речь, эта беседа никому ничего не обязывает. Она просто, ты ее послушал, ничего она тебе не дает. И это вот больше всех людям и нравится, что она ни к чему не обязывает. Все друзья, да. И все. А дьявол в ладоши хлопает. Время украл, а ничего не научил. Андрей Ткачев, ну вот, сосчитали сестры 5 раз против, ну, вопреки сказал, по их подсчету, я не знаю. И Джастис Волкер 2 раза. Вот по таким параметрам-то выступления свои, если поставить любого правителя, и ты увидишь, что получится. Ну, что правитель стоял, хохотал где-то, это нет. Сколько раз и кто приводил примеры совсем не по теме? Да. А вот сестры подсчитали, Андрей Ткачев 18 раз. Да. А Джастис Волкер 2 раза. Ну, понятно, Джастис Волкер он не рассказывал, он больше задавал. Да. И вот я когда это вижу, этот расклад, ну, другого-то я не ожидал. Но хочу, чтобы каждый вникнул, и он должен заранее ставить эти вопросы. Кто, когда, кому, с какой целью. 4 вопроса, но я их пошире сделал. Вот и все. И сколько раз было видно, что беседу уже нужно прекратить. Не метать бисер, но продолжать сыпать слова. Продолжал сыпать слова. Ну, у Андрея Ткачева 3 раза. 3 раза он так сделал. И Джастис Волкер 1 раз. Они не поняли вопрос этот. Надо было, когда понятно, что не туда идет. А он просто за ним шел следом и поддакивал тоже, подхихикивал отец Андрей-то. А закончит эту беседу, может, было и в первые 3 минуты. Видно было, что он не принимает. И вот он у меня был, я выставил беседы наши здесь. Сравни. Да. Какой накал был здесь? Он не слышит. Еретик. Почему же ты в это время ему ни слова-то не сказал-то? А вот икона, поклонение, да это ему век не надо. Ему нужно одно быть в церкви. Он таинства ни одного не имеет. И он говорил-то тоже, торопился. Вот и ответ. Моей не требуется комментировать. Вопросы высветили. Хорошо, что хоть одна сестра это написала. Я многим послал, но никого пока нет. Я начал, тут меня тошнит от этого, что они есть. Другой еще что-то. Ну, а которые писали, восхищаются. Ой, отец Андрей, ой-ой-ой. Там люди не знают, это мирские люди. Они ни один этот вопрос не ответят. Ну и что смеялся, он веселый. Для них нет разницы. Они голос Божий и дьявольский не могут различить даже. Эти люди-то. Мир слушает свое. А мир, раз мы не от мира, они не слушают. Это Писание нам говорит об этом. Вот и все. Да. Игнат Тихонович, вам в последнее время не участились в скайп новые люди приходить? Ну, вчера только 2 было. Это ВКонтакте сейчас работу большую проводим. Сейчас должно увеличиться количество. На меня можете насылать. Я ни ВКонтакте, никуда не заходил и заходить не буду. Мне достаточно того есть. А остальное посылайте. Я работаю, я ВКонтакте, и сейчас должно увеличиться количество к вам приходящих. Вот пускай приходят. Вчера женщина пришла, она из 50-ников много ходила, и какие видения были, и с языками. И она уже сразу спрашивает, когда у вас крещение будет. И мужчина один никак не хотел записываться. Я говорю, я отключаю, больше никак. Ну, можно не записывать. Я говорю, наши правила, почему ты меняешь? Ты ко мне пришел в гости, чтобы не записывать. Ну, наконец, согласился. Ну, а дальше вопросы-то пошли, вопросов трудных-то нету. Вот сейчас одна
Ирина, и я ей ответил. Вчера она как раз была на занятиях, и там спросила о том-то, вот священник, если он до 30 лет, как? Я ей ответил, я вам скину рассуждения, они вам сгодятся. Я письмо ей направил, но мне нужно, чтобы она вышла на меня. Я ей сказал, в сети, она пока не отвечает, видимо, ушла. А я вам скину. И вы увидите, как рассуждать. Она считает, что я ее ввел в заблуждение. Она ревностная, видно. И священник 30 лет нету, и она от него отошла. Отошла. 30 лет нету. Но она не сказала, не так, а до 30 лет рукоположен. А ему уже 70 лет, оказывается. Я говорю, это совершенно другая. Тут статей несколько. Вот, допустим, установлен государственный, как сказать, ценз совершеннолетия в 16 лет. А в 16 лет ее можно по бракосочетание, если самостоятельная она. Или там у них с 18 только это, в ЗАГСе будут регистрировать. Раньше так и было. А священник с диаконом вместе повенчали, а им по 14 лет, а невесте 12. Это ничего, нормально, но государственный закон не велит. Узнали, и правило такое есть, правило не каноническое, а ну, разъясняющее государственный закон Российской империи. Поэтому, а поэтому пока сразу брак расторгнуть. И второе, насколько они прибавили? 2 года. Священник на 2 года запрещается в служение, а диаконом на 1, на половину срока. А почему? Ну, второстепенное лицо. И я только готовое беру. Но сан не снимается. А они теперь сойдутся вместе, пусть любят, но вместе не спят. Видишь, как умно-то составлено. Я ей показываю в другом месте. Епископ один рукополагает. Вот пресвитера. Апостольское второе правило. А епископа, чтобы поставить, 2 или 3 епископа должны быть. А почему? В первую очередь, никаких вопросов. А во-вторых, больше свидетелей. Благодати там не больше. 1 или 10 человек возложат. Патриарх руку положит на епископа нового, а везде поминает это. И там и священников, сколько там эти, епископы другие. Она не прибавляет ничего к нему. Но это настолько важно. Вот, допустим, вы не признаете мощение. Да, не признаю. А к вам приехал священник с нашим митрополитом. И он моченый, я знаю, моченый, не крещеный. Полное погружение это. Его поставили благословлять, когда выходит ко кресту подходить. И вы подходили? Подходили. Так он моченый, моченый. А почему? А вот почему? А вот, понимаете, отношение к рукоположению, там, к свадьбе, к возрасту одно, а здесь другое. А допустим, ладно, он в полное погружение. Но это не все. Теперь я спрашиваю, а вас кто крестил, священник? А он показывает на то, который крестил его, иеромонах. Я его спрашиваю, а тот моченый, его побрызгали на Украине. Как теперь? А этот полное погружение. Поэтому вопрос принят. Прекратить расследование, признать и все. В вопросе, кто кого рукополагал, крещеный, не крещеный, только так. Вот к нам пристали бы священника служить, он не будет служить моченый. Это у нас строго. Но с архиереем приехали, я его признаю. С архиереем. Бритый у нас никуда не пройдет. Но у него приехали эти служки здесь, но я за столом архиерею выговорил. Ну, надо понимать, я говорю. Вот, допустим, если она, жена, неверная мужу, отлучается на 7 лет. Ну и понятно, она должна стоять за дверями, соглашенными изъедите, и все. Но она пришла и говорит, у меня муж очень ревнивый, он убьет меня. И у церкви запасной вариант. При оглашенных изъедите, вы не выходите, чтобы муж не догадался. Но и не причащаетесь. Все выходят, а ревнивый муж, сам того не зная, дал ей возможность стоять до конца. Это умно, очень даже. В храм нельзя заводить животных. Но если ты в горах, там где-то в Грузии, пурга, то разрешается лошадь завести, она оправится там, уберешь. Не замерзать же. Да как оно не заводить? Это дороже. Вот суббота. Обрезание есть? Есть. А что? Обрезание, если на 8-й день, тогда суббота нарушается, суббота дальше. А в субботу они дрова несут, зажигают, воду носят. Обрезание требует хирургического вмешательства. И получается, что субботу нарушают. И Христос сказал, с
священники нарушают и невиновны. А почему? Восьмой день. А жене не прикажешь, какой день рожать. Сказали бы, что восьмой не на субботу. Так не бывает. И мы должны благоразумно поступать везде. Вот они приезжают, священники, даже бывает, и, ну там где-то видно, что бритых я не видел у нас, Потеряевку-то. Я подхожу к нему. Архиерей уехал, я с ним буду разговаривать. Я его к стенке поставлю. Ну вот смотрите, вот тоже по этой же теме, вот тот случай, когда муж неверующий, жена верующая, и муж хочет, чтобы жена красилась, ну, красила себе ногти и прочее. То есть смотрел с ним телевизор, там какие-то программы его, ходил с ним в кинотеатр. В таком случае, как поступать благоразумно будет жене? Она писала мне, благоразумно, нет. Ты христианка, овечка не может под волкам мимикрию наводить. Никогда. Я такая, как есть, а остальное так. Если ты меня такой признаешь, нет, значит, ты свободен. Написано, не связано. А я одна проживу. И все. Никак, ни грамма нигде. Она начала уступать, уже неудержимо будет. Лицемеры Богу не нужны. Ты узнал, этого нельзя делать. А то давай со мной выпивай, давай со мной кури. В Москве там есть, приходят гости. Жена должна быть без нитки, голая совершенно, обслуживает на столе. И что, она должна подчиняться его уродству? Никак. Нигде и никак. А вот муж неверующий, а пост ты свари, говорю, поставь, варится, картошку почисти, а ему мясо надо, пускай сам покупает и кладет в кастрюлю. Все. Как мясо положил, отойди от кастрюли. Пост идет. Я люблю ближнего, как самого себя. Я наложила туда капусты, все, что ингредиенты, все там есть, но дальше я не буду участвовать. Тебе не трудно, постой рядом, любимый мой, если ты желаешь. А вот, допустим, муж не терпит, чтобы она была, спала с ним, как жена. Уступи. Вот. Кажется, это за больше. Никак, на тебе греха нету. Ты ему скажи, что я не желаю, сейчас идет пост. А не желаешь, я тогда пойду к Зойке. Не ходи. Мое тело лучше. Вот и все. Мы должны знать это. Это все по совести. Жена не властна над своим телом, но муж. И в обратном порядке. Да он не хочет, уверовал. Хочешь, не хочешь, супружескую, говорится, работу сделай. Так написано. Не властен. Ну прямо. Все, Игнатий Игнатьевич, спаси Христос. Я этой женщине, а у меня где-то она, кажется, ко мне даже такое присылала, выставили. Ни грамма нигде, вернись на прежнее. Ходи в платке, как положено, за стол также. Нет, значит, отдельно. Это какое? Почитай святой Шушаники. Житие. Святая Шушаника. Греческая. И муж ее поразил. Ну все. Уверь. Уверуй в Господа. И нигде ни шагу назад. Богу вы ответили? Вы отписали ей это? Нет, не отписал. Ладно. Я выставил рассуждение. Можете ответить, что со мной беседовали. Такое дело. Вернуть на прежнее, нигде, ни в чем не уступать. Никак. Мы разные люди. У каждого у нас свобода. Его власть не поддержит. Никак. Ты идешь против закона, против Конституции уже. Хотя Конституция у нас не на первом месте. Ну, вот сейчас я дословно ответил все, что вы сказали от вашего имени, вот в точности. Так, вчера одна заходит, и такая луна красивая. Ну, и разговаривали с ней, а я вижу, там кто-то ее дергает. А я говорю, а кто там отвечает-то? Ну-ка, давай его сюда. Ну, она его за рукав вытащила сюда, это мусульманин. Она смотрит, это моя девушка. Я говорю, раз ты с ней живешь, она не девушка, это первое. А во-вторых, она ставит, чтобы приняла мусульманство. И она спрашивает, как? Принимать, не принимать? Я говорю, ты в уме или нет? У тебя спасителя не будет. Ты меняешь рай на какое место? А он начинает, а я мусульманин. Она говорит, мусульманин? А почему ты не намаз свой не соблюдаешь? Я ей рассказал, у них пятикратный. Я тебя ни разу не видел, что ты молился. Ну, я раньше молился. А теперь мама привезла свинины, ты как ее уплетал, говорил, какая хорошая. Ну, она его разоблачила по краям, как-то раздербанила. А он тогда, видишь, что не получает, он как давай материться, мой, матерками, на 3 и на 5. Вот так. Пошел ты туда-сюда. Я говорю, какой же ты оказался мусульманин? Настоящим мусульманом я покажу это. А он давай еще сильнее материться. Видно, что не битый.
Я говорю, ты сама теперь смотри. Бросит тебя, он даже не моргнет глазом. А ему показать. Он не только себе перетянут. Он не знает, своей веры не знает, и твоей не знает. Он ничего не знает, удовлетворяет свою похоть. Да. Как раз вчера такой разговор был, будет ролик стоять. Если у меня все откроется нормально. Вот ВКонтакте сейчас я отвечаю, как бы там вам письма приходят, но многие вопросы там, 99% все ответы я знаю из вашего сайта. Ну там на сайте они есть уже. Я оттуда пересылаю просто, туда сразу же. И, ну и даю, чтобы вы, если какие-то вопросы серьезные есть, духовного, вышли в скайп, чтобы если будут серьезные вопросы. Вы еще заходите на форум ко мне, на форум. Там специально вопросы и ответы. Я там сотни вопросов, там фотографии. Вы прям готовы их копировать будете? Да, я оттуда все беру. Вот, у меня уже там сеть, рук уже у меня везде, я оттуда раз, раз, раз и все. На форуме у меня очень много ответов дано таких. Да. Потому что вам на это смысла нет, вам тратить силы на это нет смысла, я это могу делать гораздо быстрее, чем вы, то же самое сказать. Да, да. Ну вот такой наш разговор получился. 1 час 3 минуты. Ну, Игнатий Тихонович, все, спаси Христос. Аллилуйя. Сейчас я этой женщине отправлю вот этот ответ, вырежу. Да. Так, ну относительно того, что я говорил, сейчас я вам скину. Как рукоположенное. Можно ли к нему подходить, когда я на раньше времени рукоположен. Сейчас я отвечу. Вот. Ее ответ и мой ответ вам. Вот у меня вообще, вот все, что вы говорите, у меня именно так все, я так это и понимал. Никогда вопрос не возникал, исследовать туда дальше. Что исследовать, когда это невозможно исследовать? Да. А крещение возможно. Ну, допустим, ты про себя можешь узнать, тебя крестили или так, или так. Пусть патриарх приезжает, его покрестим у нас. Нынче 12 июля будет. Отдохнет здесь. А часовых поставим по домам, снайперов на крышу. Игнат Тихонович, да, если разрешите ли вы приехать в эту помочь в обустройстве там и для крещения? Ты вот посмотри, когда Витай этот Сергей Павлович считает мои стихотворения, он считает по объединению-то. И там стихи такие огненные. Это никогда бы мне даже одной строчки не написать. Настолько много это завзято, вот и 36 строчек-то. И мне даже в литературном институте писатели, поэты удивлялись, какой широкий у меня словарный запас. Они у меня сами из этого выходят. И в конце стихотворения, когда уже точка поставлена, считает «Игнатий Лапкин». Я говорю, как где единоборство без правил-то. А я стою и выкидываю руку, а потом Ольге Симоненко сказал, и ты там сидишь на диване, сидишь, тоже выкинь. Знаете, Лапкин, я вот так вот помашу. Стихотворение в конце. Сергей. Ну, Игнатик, разрешите-то приехать к вам летом? Разрешаю. Я говорю, разрешаю. Я кверху Благодарю. Поднимаю, не вот так вот, а кверху, чтобы не обвинили меня. То есть радость общения. А так ты один приедешь или с кем? Вот не могу, пока только за себя знаю, а как получится. Да ты пригласи Екатерину. Я бы и тещу взял с собой. Ну да, если можно, поедет, не отказано. И кто-то с вами будет просить, а мне только повесите. Я вам полностью доверяю на 100%. Даже чужие, которых я не знаю, у вас может целый коллектив быть. Я Спаси Христос, Игнатьевич. Кину сюда, перейти уже там к июню ближе. Что брать с собой, как, что, почем. Рыбачка. Я ваши требования хорошо знаю. И их же и использую. Так что ну, через меня тоже не пройдет никто левый-то. Сейчас я скину вам, это мой ответ на переписку. Кондратюк, Ирина, с Богом. С Богом. Спаси Христос.